И сейчас что-то, мне кажется, ветер встречен. Добрый день, мои товарищи, зрители. Итак, у нас немного самокатной темы. Мы вот сейчас тут, помимо рыбалки, еще тестировали самокаты. Захотели приколоться, значит, опять-таки сравнить движки, то есть движок. Вот здесь сейчас стоит движок его родной на 500 ватт. Но переапанный контроллер, тормоза, мощный, значит, аккум. А здесь все как бы по минимуму. Тут стоит сейчас вот запитывается от 10-амперного запасного аккумулятора. Вот видите, в багажничке аккуратно так присделан. Но движок киловаттник, то есть все как надо. И вот задний идет, замеряет скорость. Вот с этим красивым спидометром, короче. Потому что у меня бликует спидометр, толком не видно. Ну а этот вот, как говорится, у нас испытательный самокат. Ну и выяснили, что все-таки замена контроллера прибавляет 10 км в час. То есть скорость примерно полтинник максимальная зафиксирована. Ну, правда, там идеальная дорога, даже лучше, чем здесь была. Отсутствие помех. Ну, 52, где-то 53. То есть все-таки замена контроллера — это плюс. То есть до замены контроллера больше 45 он не разгонялся. Причем 45 тоже в идеальных условиях, я даже не помню. Так его все 42, 43 где-то. А тут он пер где-то 52, 50, 50 ровно, блин. И вот сейчас по прямой дороге, ну тут, правда, не разгонишься, потому что перекрестки, машин много. Ну, ровно 40 идет он, 40, без вопросов, как бы. Правда, ветер попутный. Со встречным ветром вот у этого самоката динамика все-таки резко хуже. То есть, если здесь человек едет, ручка у него в половину, потому что максимальная 60, то тут у меня ручка выкручена на полную, и как бы динамика 10 секунд, блин, пока разгонишься, пока тормознешься, а этот вот с перекрестка дает газу, что даже инспектора ГАИ, как говорится, будет им, как говорится, везуха, даже догнать не могли. Ну, там скорость ограничена, знак 40 стоял, но они как бы сзади ехали, даже ради прикола включили мигалку чуть-чуть, посигналили, типа, ну, просто как по приеду. Привет передали, короче, людям. И поехали дальше. Увидели второй самокат и поехали дальше мимо, короче. То есть транспорт все-таки удобный. То есть полчаса еще не прошло, каких-то минут 20, мы уже с тайги выбрались в город. То есть и все это компактно, быстро, да. Цена вопроса поездки, то есть зарядка аккумуляторов по электроэнергии где-то 5 рублей. Один аккумулятор, то есть два аккумулятора 10 рублей. То есть за 10 рублей вас туда и обратно никто не свозит, да, на расстояние где-то 20 километров. То есть 40 километров в две стороны. Поэтому, дай бог, были бы дороги. Но вот сейчас на дорогах там мы ехали тоже не быстро, потому что там дорога, асфальт, ямы, все это вынуто. Как бы большая проблема скорее вот на большой скорости со светооборудованием. Можешь включить фару, так мигнуть, потому что вечером, когда едешь, вот этой фары, она ближнего света, ее не хватает. То есть он просто светит то, что перед ним. Все, можно вырубить. Ну и, конечно, тормоза. То есть ездить без гидравлики — это, короче, нонсенс. Кстати, вот этот вот диск тормозной на 160, то есть переделанная уже модель, да, более дорогая, которая с киловаттным движком. То есть там как бы торможение еще лучше, чем движок, ой, диск на 140, потому что, ну, как бы все равно, вот даже на маленьком двигателе он тормозит медленнее, короче. То есть тормозной путь где-то на метр больше. Это очень существенно, при том, что тормозной путь порядка там где-то 3-4 метров на скорости 30 примерно. Ну, на скорости 40 где-то 5 метров, 4,5 я мерил. То есть здесь уже больше, здесь уже порядка 6 метров где-то. Вот такие вот дела. Так что цена вопроса. Ну, удобный руль, конечно. Вот человек оценил на переезде, на проселке. То есть широкий руль просто. Как бы удобство сразу резко, как бы, чем классические самокаты, у которых узкий руль, малый рычаг, они неустойчивы в движении. Тем не менее, вот он умудрился навернуться один раз на ЖД переезде, блин, вот, можно это протереть. Ну, как бы это со всеми бывает, причем на маленькой скорости абсолютно, чисто просто, отсутствие опыта. Ладно, жрать хочется, едем домой, включаем, значит, и погнали дальше. Вот не видно этот спидометр классический, куговский, поэтому замена спидометра тоже обязательно.